Доброе утро! Сегодня обрезаю яблоню. Вначале убираю волчки и внутреннаправленные ветки на кольцо. Вертикально растущая ветка никогда не даст урожая, лишь только загущает крону. Еще одна. Убираем ее смело. Внутрь дерева, вот видно, она тоже совершенно бесполезна, иметь вертикальные побеги, на которых никогда не будет яблок. Ее сейчас спилю. Спиливаем на кольцо. Ты спиливаю вот так. Ставлю, чтобы кольцо, оно сохранилось, но при этом не было торчащих сучков. Сверху замажу масляной краской. Края, конечно, лучше подровнять ножом садовым. Ну и последний этап. Буду обрезать крону под мой рост. Я плюс стремянка. Убрала все вертикальные волчки и все ветки, которые были вот внутрь яблони. И убрала ветки нижние, которые мне мешали. Просто их спилила на кольцо. Вот этой молодой яблони я уберу только вот эту внутрь растущую вертикальную ветку. И, в общем-то, в остальном она меня устраивает. Когда вот эта яблоня только начинала расти, у нее все ветки были очень сильно вертикальные, основные. Я привязывала их на колышек вниз, притягивая к земле, для того, чтобы они стали горизонтальными, вот как сейчас. И поэтому эта яблоня достаточно хорошо плодоносит каждый год. У нее много горизонтально направленных веток.